Вредное питание, повседневные стрессы, пассивный образ жизни приводят к тому, что наш организм испытывает плохое самочувствие, постоянные проблемы со здоровьем и даже тяжелые неизлечимые заболевания. Именно эти факторы есть убийцами полезных бактерий, которые так необходимы для нашей жизнеспособности. А еще на плохое самочувствие влияет отсутствие в нужном количестве витаминов, минералов и микроэлементов. Для того, чтобы быть здоровым, нужно приложить немало усилий и потратить много свободного времени. Кроме того, нужно еще и постараться сохранять отличное самочувствие, чтобы быть всегда в тонусе. Знают решение этой проблемы армянские специалисты, которые недавно стали новыми партнерами компании Helix Capital. Единственная в своем регионе ереванская компания Vitamax E, которая специализируется на производстве высококачественных биологических активных добавок, запустила линию продукции для нашей компании. Это лечебные профилактические препараты, в основу которых входят бактериальные порошки, пробиотики и пребиотики. Натуральные фруктовые и овощные порошки получены методом сублимации из натуральных фруктов и овощей. В результате все это служит натуральным сырьем для получения в дальнейшем отличных препаратов, которые помогут избежать множества заболеваний. Когда мы говорим о сбережении полезных свойств в качестве пищи и пищевых добавок, мы должны задумываться и обращать внимание на технологии, с помощью которых производится обработка. Как известно, ценность веществ заключается в наличии активных составляющих, таких как витамины, аминокислоты и другие. Однако надо заметить, что полезные вещества при высоких температурах быстро погибают. Поэтому много продуктов, овощей и фруктов при термической обработке лишаются полезных свойств. Например, витамин С при температуре 40-45 градусов уже начинает разлагаться. Для того, чтобы сохранить все витамины, минералы и микроэлементы, мы используем сухую заморозку – метод лиофилизации. Это специальная технология, в процессе которой происходит обезвоживание продуктов в вакууме при очень низкой температуре, что дает возможность сохранить все полезные свойства продуктов. Для профилактики многих болезней у нас имеются различного типа препараты. Скажем, для тех, значит, у кого проблемы с печенью, проблемы с сердцем, с потенцией, для улучшения зрения человека, повышения активности мозга, имеются разного типа, значит, препараты, содержащие в основном фрукты и в составе пробиотиков. Основными пробиотиками, которые мы выпускаем, это Нарине, как монопрепарат, и Бифидомакс, тоже как монопрепарат. Кроме того, мы еще выпускаем полипрепараты, которые содержат около 6 различных бактерий. Среди продукции, которую изготовляет армянский завод, стоит отметить специальный комплекс витаминов «Максифрут», в состав которого вошли 21 вид фруктов и пробиотик «Нарине». Специалистам удалось в одной таблетке собрать нужное количество витаминов, минералов, антиоксидантов, фруктовой клетчатки, микроэлементов и, конечно же, полезных бактерий. Для того, чтобы, приняв всего 2 таблетки в день, получить необходимую дозу полезных веществ для отличной работы нашего организма. Я провел некоторые исследования и понял, что 90% американцев, как и многие люди в мире, не употребляют дневную норму обязательных фруктов. После этого я задумался, что можно сделать, чтобы помочь людям кушать больше фруктов. И так появилась идея поместить разные фрукты в одну таблетку, сделав таким образом продукт, который будет простым в употреблении, и в нем будут все компоненты и витамины, которые есть во фруктах. И в 2012 году я воплотил эту идею в жизнь. Макси Фрутс сделан из натуральных фруктов, поэтому в нем содержатся витамины, минералы, антиоксиданты и много других питательных веществ в каждой таблетке. И все это насыщает организм энергией. Второе преимущество – это улучшение процесса пищеварения. Это все происходит благодаря Нарине пробиотикам, которые помогают убивать плохие бактерии и выращивать полезные. И третье преимущество – улучшение работы иммунной системы. И это все происходит тоже благодаря сочетанию фруктов с пробиотиками. Эти витамины уже давно нашли своих поклонников в Америке, Южной Корее, Японии и азиатских странах. Даже среди известных звезд мирового масштаба можно встретить тех, кто доверяет свое здоровье Макси Фрутс. А главное, нужно отметить то, что витаминный комплекс Макси Фрутс рекомендуют ведущие специалисты в области фармацевтики и медицины.
О Максифруте узнал 3 месяца назад. Я провел свои собственные исследования этого продукта, его состав, способ приготовления ингредиентов, особенно пробиотиков, и заинтересовался, поскольку этот продукт способен регулировать уровень сахара и способствует лучшему усвоению глюкозы в организме. Чем может облегчить жизнь пациентам-диабетикам, ведь это витамин без сахара. Признаться, я и сам употребляю Максифрут 1-2 раза в день. Как фармацевт, я рекомендую пробиотики всем своим пациентам. Я и сам принимаю их для хорошего самочувствия. И это важно для людей и в Армении, и в Америке, и во всем мире получать такую дозу витаминов каждый день. Тем более, что Максифрутс – это еще и доступная цена. Уникальность данной продукции в том, что в ней нет никаких химических веществ, консервантов и вредных добавок. Вся продукция абсолютно натуральная, а значит, ее можно принимать и детям, и взрослым. Очень важно и то, что фрукты, из которых производят продукцию для компании Helix Capital, растут именно в Армении. Земле, которая расположена на вулканической почве, очень богатой на минералы. Вода, бегущая с горных вершин, насыщает почву множеством полезных свойств. Поэтому армянские фрукты считаются очень качественными, так как растут в экологически чистой среде. А технологии, которые используют в своей работе армянские специалисты, дают возможность эффективно сохранять важные полезные свойства в лиофилизированных продуктах. Витамины, содержащиеся в фруктах и овощах, это самая лучшая страховка против большинства болезней. Регулярное пополнение полезными бактериями – это залог хорошего пищеварения, крепкого иммунитета, соответственно, отличного самочувствия. Конечно же, мы сегодня не можем употреблять продукты в тех объемах, которых требует наш организм. Поэтому лиофилизированная продукция армянских партнеров для компании Helix Capital сегодня есть самым прекрасным подарком для нашего здоровья.